Так, ну здорово, салаки, подходи, давай! О, Сквидвард! Братан, скажи, все нормально. Держись, ой, прости. Вы готовы, дети? Да, капитан! Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на новое видео. С вами сегодня, как всегда, Кофи. И сегодня мы с вами зашли в новую игрушку под названием «Губка Боб. Квадратные штаны. Битва за бикини Паттон». Да, друзья, я ждал эту игру несколько месяцев, пока она выйдет. Мне безумно уже не терпится просто зайти и начать играть. Но перед тем, как мы начнем, я вам хочу сказать, если тебе, и тебе, и тебе понравится эта игра, ставьте, конечно же, лайк, мы обязательно пройдем ее до конца. Ну, а вообще, игрушка реально прикольная, и я бы очень сильно хотел поностальгировать, потому что Губка Боб это легенда. Это просто легенда, которая, ну, сделала реально мое детство. Поэтому, друзья, я начинаю игру, пожелайте мне удачи, ну, а мы начинаем, погнали! Ну что ж, прямо сейчас мы с вами перемещаемся в Бикини Паттон. Добро пожаловать в Бикини Паттон, обычно мирное подводное убежище. Но сегодня оно превратилось в театр чистого ужаса, где главную роль сыграет наш маленький желтый друг. Это типа про Спанч Боба сейчас? Да? О, Чамбакет. Ага. Сегодня великий день. Я придумал гениальный план, как наконец украсть рецепт Красбургера. А если при этом Бикини Боттом будет разрушен, то как тому и быть? Хе-хе-хе. Ну нормально, ну Планктон как всегда в своем духе, ребят. Как всегда, в принципе, ничего не меняется. С моим новым дубликатроном 3000 я создам целую армию роботов, которые будут чинить хаос и разрушение, подчиняясь моим приказам. Значит, вот это его, да, вот такой вот коварный парень. Последний раз сверимся со списком задач. Ага. Пункт номер один. Гений или Планктон? Ответ да. Отлично, список задач завершен. Включаю машину! Добро пожаловать, моя идеально послушная армия роботов! Подождите, я сделаю фото для своего ежедневника. Ау, что вы делаете? Вы что делаете? Рычажок-то. О, нет, 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 стойте! Это же я, ваш хозяин, я вас создал! Нет, нет, нет! Мой партнер! Короче, там был рычаг поставлен на то, чтобы роботы не подчиняются, и он был включен. Нет! Ну, понятно, как всегда, Планктон во всем виноват. Как всегда. Еще один прекрасный день для игры в роботов и лошадок. Вот только я продолжаю путать лошадок и роботов. Вот было бы здорово, если бы у нас были настоящие роботы, чтобы играть с Патриком. Я бы назвал своего робота Джуниор или Зорон, или Фрэнки. Ага, эти настоящие роботы уже надоели. Эй, а что если мы положим робота вот сюда? Это не просто какая-то ракушка. Это моя ракушка желаний. Ого, это замечательно, Патрик. Итак, мы кладем в нее игрушечных роботов. Хорошо. Затем говорим волшебные слова и трясем волшебную ракушку желаний. Хорошо. Затем мы идем спать, а утром у нас будут настоящие роботы, с которыми мы сможем сыграть. Ну, Патрик, разве мы не должны произнести волшебные слова по желанию? Ты уже это сделал. Так, значит, хорошо, это и есть волшебное слово? Раньше это было алкоголь, алабама, я постоянно его забывал. Как он сейчас вспомнил? На прошлой неделе у меня осталась всего одна крошка печенья, но я был очень голоден, поэтому положил свою крошку печенья в мою волшебную раковину желания. Затем я произнес волшебное слово пожелание, потряс ее, а утром у меня было много маленьких крошечных печенек. Патрик, я объявляю завтрашний день самым лучшим днем на свете. Спокойной ночи, Патрик, спокойной ночи. Опа, на следующее утро. А роботы-то реально появились, ракушка-то реально желание исполняет. Будем играть с роботами, будем играть с роботами, будем играть с роботами. О, Гэри, это сделал ты? Мяу. Значит, роботы захватили наш Бикини Паттон. Да, Гэри, наломали мы дров. Мне придется многому научиться, чтобы исправить весь этот бардак. Какая дивная идея. Знаки мне помогут и дадут подсказку. Слушай, а как мне прочесть эти знаки? Мяу. Ой, хорошо. Нажать F, чтобы прочесть знаки? Значит, если я захочу вернуться и снова с тобой поболтать, нужно просто к тебе подойти и нажать на F. Гэри, мне пора бежать, думаю, день будет очень долгий. Осмотри кухню.
Так, осмотри спальню, осмотри чердак, осмотри кладовку. О, кстати, заодно мы сейчас как раз таки, ребята, побегаем с вами по дому Спанч Боба. Посмотрим, как он вот так вот выглядит, да, не в мультике, а уже в игре, можно спокойно побегать. Так, чтобы пройти, как я понимаю, нам нужно собрать 50 цветочков, да? Понимаем. Так. Я бы перекусил чем-нибудь, но времени нету. Так, давайте соберем тогда вот эти все цветочки. Вот сюда. Блин, мне это, честно говоря, уже нравится игрушка. Вот я не знаю, прям что-то кайфую, прям вообще. Обязательно, друзья, напишите свое мнение в комментариях потом, что вы думаете вообще по этому поводу. Проходить, не проходить. Ну, то, что все зависит лишь только от вас. Так, у меня 48, а тут что, есть что-то? Нажмите X, чтобы прочесть. Это блестяшки. Блестяшки очень ценные, и их можно обменивать, чтобы помочь Губке Бобу выполнять задание. Так, окей, Губке Боб придется собрать очень много блестяшек, чтобы восполнить свою главную миссию и справиться с роботами. В игре есть 5 видов блестяшек: красный, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. Красный самый распространенный и на менее цены, фиолетовый самый редкий, поэтому самые дорогие. Более ценные блестяшки обычно труднее найти, или они находятся в опасных местах. Ну я понял! Так, а у меня вот желтая. Так, ну хотя бы желтая. Так, а здесь у нас что? Можно посмотреть, как идут дела у Губки Боба, если нажать на таб. Цифры в правом верхнем углу экрана показывают, сколько блестяшек у Губки Боба. Цифры в среднем верхней части экрана показывают, сколько золотых лопаток забрал Губка Боб. Цифры в нижнем правом углу экрана показывают, сколько потерянных носков Патрика нашел. И, наконец, цифры в верхнем левом углу показывают, сколько пар труселей сейчас у Губки Боба. Так, давайте посмотрим, что у нас там. Значит, 3 золотых лопаток 0, 3 пары труселей. Веселее у нас, значит, да, носков у нас 0. Так, ну ладно, ну ладно. Так, что, погнали дальше, смотрите, мы можем пойти вот сюда. Да, заплатить 50 блестяшек, у меня это есть. О, золотая лопаточка. Вот это то, что нужно. Это золотая лопатка. Золотые лопатки нужны, чтобы открывать новые районы бикини-ботом. Губке Бобу необходимо собрать много золотых лопаток, чтобы найти и обезвредить источник восставших роботов. Мне нравится просто вот эта вот одежда его, конечно, это прикольно, реально. Так, давайте мы еще с вами здесь не были. А мне хватит вообще? Да, отлично, хватает. Опа, трюселя, трюселя. А как-то под... А, подожди, надо, подожди. И это пара трюселей Губки Боба. Так. Губка Боб теряет одну пару труселей каждый раз, когда получает удар от робота или прикасается к опасным предметам или поверхностям. Вот так. Если Губка Боб лишит всех своих труселей, ему придется начать с начала прохождения этой области. Губка Боб может вернуть себе труселя, который потерял, если найдет по дороге другую пару. Губка Боб начинает игру с 3 парами труселей, но есть еще особо золотые труселя, спрятанные в бикини ботом, которые, если вы их найдете, позволяют Губке Бобу одновременно носить более 3 пар труселей. Губка Боб может узнать, сколько пар труселей, это я понял. Так, ну что, давайте подберем тогда. Отлично. Так, сундучок у нас не открывается, кстати, отличный причесон. Я помню эту серию, блин! Я помню эту серию, где у него был такой причесон. Капец. Так, а и что у нас тут такое? Губка Боб может прыгать, если вы нажмете Space. Если нажать Space во время прыжка, Губка Боб совершит двойной прыжок. Но еще большую высоту. Он может сделать только один раз во время одного прыжка. Вот как это работает. Отлично. Так. Нажмите F, чтобы сменить комнату. Давайте посмотрим. О! Ой, как много здесь табличек-то, а! Как много здесь читать надо! Ладно, давай посмотрим. Чтобы посмотреть, насколько успешно Губка Боб проходит каждый уровень игры, нажмите Escape во время паузы, двигайте L, чтобы выбрать... Ну, я понял, после выбора уровня нажмите Space, чтобы посмотреть его описание. При просмотре... Ты-ры-ры-ры. Понятно, подсказку, кажется, золотой лопатки, которая... Нажмите E, когда находитесь на земле, и Губка Боб проведет атаку пузырчатым оружием. Понял. Пузырчатый прыжок может разбивать идолы или роботов, или нажимать кнопки, находящиеся прямо над Губкой Бобом. О! Когда вы увидите значок, Губка Боба может выполнить атаку. Все, я понял! Так, давайте вот здесь нажмем на Е. Тогда получается, да? И чё? Ладно, давайте, наверное, вот здесь вот. Во! Во, другое дело. Так, а здесь типа как? Ага, так, я скинул какой-то мячик. Ага. Нажмите левую кнопку мыши во время прыжка, и Губка Боб выполнит пузырчатый наскок. Атака пузырчатым наскоком может разбивать еду. Ага, все, я понял. Это типа работало вот так вот? Подожди. О, вот это другое дело. Так. И вот так вот, отлично. Ой, сколько всего здесь разбить-то надо. Отлично. Так, что-то еще вниз упало. Тут капец паркурит, как я понимаю, нам придется, ребят, с вами. О! Так, ну, по-моему, я активировал все. Так, есть 30 секунд, быстрее, мячик, давай! Толкай, 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 давай, 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 давай! Давай! Да ё-моё, ну ты печешь меня! Так, вот. Вот так.
Вот, о, хорошо, так, куда идем? О, вот нам туда надо. Носок Патрика! Носок Патрика, да! Носок, ой, вот туда теперь надо. Давай, давай, блин, почти допрыгнули. Во! А чё я раньше-то не догадался? Чё я раньше-то тупил так, а? Так, всё, друзья, я предлагаю выйти из нашего дома, из нашего ананаса. Ведь у нас есть одна золотая лопатка, и с помощью неё мы можем выбраться из этой локации и перейти уже хотя бы на улицу. Хотя, какая улица? Это же... Ах, а нет ничего лучше, чем знакомые звуки своего района. Блин! Планктон, уходи, Губка Боб, ты засоряешь моё мысленное пространство. Пытаешься снова украсть секретный рецепт Красбургера, а Планктон? Тебе это с рук не сойдет. У меня тут рыбка покрупнее. Пытаюсь понять, как отвоевать помои на ветру у роботов. Откуда они взялись? Откуда? Не знаю, но я тут ни при чем, уж это точно. Просто возникли ниоткуда, начали обзываться и бросать всем, что под руку подвернется. Они даже мои ложки погнули. Я эти ложки любил, как собственных детей. Какой кошмар! О, разве ты не поможешь мне их остановить, пока они не покинули... Погнули все мои вилки? Только не вилки, разумеется, я помогу. Но подожди-ка, мне ведь нужно собрать целую кучу золотых лопаток. Золотые лопатки. Да, Губка Боб, если ты поможешь мне вернуть помой на ведро, я подарю тебе целое ведро золотых лопаток. Обманывает, 100%. Он всегда обманывает. Это Планктон же. По рукам. Так, ну мы вроде договорились, но я тебя знаю. Нате по башке. Нате еще раз по башке. Ну и напоследок. Так, что, может быть, к Сквидварду зайдем домой? Опа, ох. Слушайте, а здесь дофига всего. Смотрите, там... Ага, так, ну ладно, давайте сейчас все сломаем с вами. Сейчас подлутаемся немножко. Нормально там ядерная ракета у нас под водой. Блин, какой же все-таки прекрасный мир, реально, вот знаете, вот в этом мультике, вот просто. Я не... Так, я ничего здесь не пропускаю. Так, погоди. О, иногда тыкать в одну единственную кнопку самое приятное. Так, 30 секунд! А куда, чё? А, наверное, вот сюда? Нет? Или куда? 30 секунд, а как? Не взлечу, нет? А как ты, ты чё, прикалываешься, что ли? И как? И как это? Не, это нереально. Так, а вот это что валяется? Короче, не, я не успею, пацаны. Нет, тут вообще никак не успей. Так, ладно. Опять я не успеваю, ты где на пробел нажимаю? О, дом Патрика. А это что такое? Вот оно что. Вот оно как работает. То есть это надо сначала активировать одну, потом другую. Дверь, понял. Ну тогда, да, тогда просто все получается, да, Ити? Опа-на! Теперь я могу носить 4 пары труселей! Так, а если... Блин, нет, так не работает это, да? Привет, Губка Боб! Я здесь, чтобы протянуть тебе пузырчатую руку помощи! Бабл Бадди! Видишь ли, тебе придется выучить кое-какие новые способы выдувать пузыри, если собираешься отправиться в 9-е измерение и победить обезьяну гиг... Чего? Кого? Но ведь мне просто нужно понять, как избавиться от роботов. Ой, да, прости, я слишком долго просидел в бутылке шампунь. На чем мы остановились? Ну, на новых способах выдувать пузыри. Точно, нажми кнопку Е, чтобы подлететь вверх. Настрои пузырьков, которые уничтожают все, что окажется у тебя над головой. Попробуй-ка. Так, чё? Ничего не понял. Ну и чё? Короче, ладно, спасибо за совет, в принципе, да. Так, вот сюда... Отлично! О, хорошо! Так, погоди, а мы можем шибануть вот так вот? Давайте сначала вот этого! И... Вот так вот! Отлично, замечательно! Так, а ты что такое? О, не взрывается? Ага! Сколько у меня пар труселей сейчас сняли? Вы что, гоните, что ли? Блин, у меня одни пары труселей остались. Капец! Слушайте, а тут тяжело на самом деле. Тут жизни капец как быстро вообще теряются. Так, ну мы с вами уже, по-моему, накопили достаточное количество, да, вот этих цветочков. Патрик, здорово. Привет, Патрик, отличный носок. Какой еще носок? Тот, на котором ты стоишь. А этот, он потерялся. Ладно, если твой, то потерялся, где другие твои носки? Они еще сильнее потерялись. Сюда заявился шайка роботов и украл всю мою коллекцию носков. Мне не помешало бы их помощь, чтобы вернули. Конечно, Патрик, а зачем же еще нужны лучшие друзья? Ладненько, тогда за каждые 10 носков, которые ты мне принесешь, я дам тебе золотую заплатку. Ты хотел сказать лопатку? Да, да, заплатку. Губка Боб из-за проклятого робокриса Красти Крапа
утёт на дно, путатоночный корабль. Если так пойдет дальше, ресторан разорится. Никакого больше фритюра. Но ты так легко уверен, что я обязан тебе помочь. И, конечно же, подзаработать. У меня тут есть парочка золотых лопаток, я сразу тебе обменяю их на твои блестяшки. О! Ну вот, чё, давай обмен? Или чё, или как? Юнка, твой сундук с сокровищами пустовал. Думаешь, я вчера родился? У меня тут благотворительный фонд. Возвращайся, как наберешь. 3000 блестяшек, вы чё, гоните, что ли? Серьезно? Вот, да. Вот именно сюда мы можем с вами отправиться на таксишку. Следующую локацию. Ах, живописные зеленые холмы, Jellyfish Fields. Природа здесь чудесная, дикая, порой чрезмерно того и гляди ужалит. О, Сквидвард! Сквидвард, аккуратно, сзади тебя робот, братан! Блин, вот Сквидвард. Блин, вот, мне, знаете, мне всегда было, на самом деле, жалко Сквидварда, он мне всегда казался таким уставшим. И просто я смотрел на его глаза, на его синяки под глазами. Сквидвард, ай! Сквидвард, ты в порядке? Нет, я не в порядке, малюсковатая башка. Похоже на то, что я был в порядке. Нос у тебя, кажется, большеват. В смысле, больше обычного, потому что он и так большой. Еще ты выглядишь липким, и, о господи, ты обусил! Но если верить памяти туристов, Jellyfish Fields при сильных ожогах от медуз лучше всего помогает обильный свой желе короля медузы, который нужно приложить к очагу поражения. Король медуз. Что ж, полагаю, тебя ждет подъем на вершину горы, порк и ужасающая смерть ядовитых щупальца короля медузы. Фига у него на сяра здоровый шинобель такой чисто. Я останусь здесь и буду корчиться от невыносимой боли. Договорились, не волнуйся, Сквидвард, я принесу тебе столько желе короля медузы, что тебе хватит с ног до головы. Так, ну отлично. Так, чё, давайте тогда смотрите, собирать вот это. Отлично, отлично. Так, а робота мы можем уничтожить, да? О, так они вообще такие хибуют, смотрите. Ну, так мы на изик будем уносить тогда, получается, да? Только, короче, надо играть аккуратнее, потому что... Спокойно. Спокойно. Так, а это что такое? Это слизь. Где? Не вижу. Губка Боба Патрик не умеет плавать, поэтому не позволяйте ему пасть слизь. Окей. А, вот это синее, да, то, что снизу, это типа слизь. Понял. Все, понял, принял. Так, а это что? Это телепортационный ящик. Чего? Когда оба телепортационных ящика в одной области будут открыты, вы сможете перемещаться между ними, запрыгивая внутрь. О, а вот это прикольно. Так, сейчас. О, как поднять, там еще выше. Так, давайте откроем, отлично. О, так и прикольно открывается. Так, что-то здесь еще есть, что можно подобрать? Так, надо подобрать труселя. Все, у нас 4 жизни теперь, отлично. Заплатить 125 блестяшек, чтобы починить. А, ну ладно, давайте. А это что за самолет под водой, в смысле? Хотя в Спанч Боб и огонь под водой был, так что... Так, давайте мы вот сюда, все, выше ничего нету, да? Оп, оп, отлично, замечательно! Там золотая лопатка, блин! А как эту золотую лопатку подобрать, если она снизу находится? Да иди ты отсюда, робот! Опа, секретики какие-то, смотрите, нашел, интересные! Сейчас... А, здесь труселя, да? Ой, вот там... А мы можем допрыгнуть? Блин, не... Ой! Ой, как много тут всего интересного, слушайте. Сейчас я всех подберу, ребята, и мы вернемся обратно на тот самый мост. Потому что, как я понимаю, мы с вами сейчас откопали какой-то секрет. Но... Ой, носок Патрика! Так, и чё, и как? Давайте прыгнем, не знаю. А я типа не подобрал, да, сейчас? Нет. Я не подобрал, что ли, серьезно? Так, стоять, погоди. А-а-а! Погоди, стой, если... Ну-ка, давайте еще раз попробуем, я же не подобрал, да? Да в смысле? А как оно подбирается? Чё за это кидало вот такое, я не понимаю. Ну, смотрите, капец, просто все заспавнилось, я как будто ничего не подбирал. Контрольная точка. Если вы погибли после активации контрольной точки, вы начинаете игру с этого канала, ну, это понятное дело. Все, спасибо за чекпоинты, хотя бы они здесь есть. Так, иди отсюда. Так, вот здесь еще сверху труселя. Капец, труселей много. Это замораживающий фрукт. Ага. Только Патрик может использовать замораживающий фрукт. А, то есть мы можем играть еще здесь за кого-то. То есть мы можем потом, скорее всего, просто перепроходить уровни, да? И уже за каких-то других персонажей. Я понял. Вот теперь мои глаза прояснились. Все.
Теперь я все понял. О! Отлично! Ой, как хорошо! Супер комбо! Ультра комбо! Но у меня по-другому это, в принципе, пути не может. Так, надо с вами пройти вот так, вот так, вот сюда. Вот, вот это надо с вами тоже забрать. Отлично, прекрасно, замечательно. Так, ну что, поздравляю, друзья! Это тоже, да, ракета не взрывается, понятно? Гэри, мяу, а что тут Гэри делает? Как он быстрее сюда меня добрался? Мяу, 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 мяу. Го-го, прыжок с торца. Вот оно как это работает, я понял. Вот теперь я тоже, теперь все понял. Так, а это что? Король Джеллифиш. Ладно, давайте мы сейчас, короче, с вами что? Прыгнем с тарзанки, наверное, да? Как с ней прыгать? О! Погоди, а я же ничего не сделал. Я же не прицепился к тарзанке, нет? Да стой, давай! И ныряем, давай, давай, давай! Да! Подобрали ее! Так, подожди. Все! Самое главное, что золотую лопатку мы с вами подобрали. Это самое основное. Так, а здесь что-то еще? Нет, все, больше ничего нет, можем идти. А, не! Погоди! Вот это надо забрать, и вот это надо забрать. Так, здесь мы с вами можем нажать на вот эту кнопку. Отлично. Ага, все, ну погнали. Так, стоп, здесь точно больше? Ну да, походу реально больше ничего не будет. Здорово! До свидули! Не, роботы реально здесь какие-то прям лошары, прям реально, прям самые последние лошары. Так, чекпоинт, отлично! О, а здесь уже, смотрите, это новый уровень роботов! Так, я понял, значит, с ними будет, скорее всего, посложнее. Так, бедная рыбка там, ща, погоди, ща мы с ними справимся. Спанч Боб, ты же сможешь, правильно, я же верю в тебя, братан, ты сможешь. Давай, подходи сюда, ну! А, нет, не такие жизничные, как и были те. Братан, это вообще нормально. Держись, ой, прости. Я вас случайно ударил, честно, не хотел. Давай, подходи, первый, ой. Ой, нифига, он меня ударил. А он на два удара, походу, а как тот вырубился с одного удара? Интересно. Так, и смотрите, тут медузы уже синего цвета пошли. На, здесь будет, мне кажется, все посложнее. Ну да, как я, в принципе, и думал, что со временем уровень сложности у нас будет повышаться в этой игре. Так, надо труселя подобрать, а то мы свои потеряли там одну пару. Нельзя, нельзя, надо, чтобы они были в полном составе. Так, а что здесь? Губка Боб должен научиться приему пузырчатый боулинг, чтобы играть в эту игру. А, ну я понял, но мы не умеем, мы еще лошары, как бы, да, мы еще, как бы, ну... Еще салаги те самые, поэтому, как бы, да, поэтому нам еще этот прием недоступен. Так, медуза сюда подойдет. А, не, медуза язычные тоже. Что зеленые, что синие, что фиолетовые, как бы. Зимой и летом одним цветом, как говорится, правильно, да? Так, вот это мы тоже подбираем. Отлично. Ох, сколько всего сейчас мне привалит. О, хорошо. Блин, я не знаю, мне реально прям нравится играть. И прям, знаете, как это залипательная игра. Так, это что? Это слизь. Губка Боб и Патрик не умеет плавать, но это я помню, это я помню. Ну, надо перепрыгнуть просто, на, это же изи. Давай, подходи! Опа, изи. Ну, я говорю, вообще, лошары какие-то, реально. Так, а здесь сразу двое, да? На! Ой, ну как ты меня ударил, слышь? Нехорошо. Так, давайте попробуем запаркурить. О. Так, и чё? Ой, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Ой, хорошо. Так, ну хотя бы так мы с вами запаркурили. Ну, давай, подходи. Раз, два. Ой, найс. Так, ну погнали вперед сгоняем. Хотя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо. Не, хотя нам наоборот, нам вперед надо пройти. Вот сюда. Потом вот сюда. Собираем все вот эти вот. И вот сюда. Зайдем вот сюда. Так и. Опа! Так, я нашел еще одну пару носков. Это хорошо. А так, а это что такое? А, понял, понял, понял. Так, а это для чего? А, это мы возвращаемся обратно. Понял, понял, принял. Ууу, как это вообще удобно, спасибо. Вот это прикольно, что сделали, потому что сразу можно вернуться. Так. И все. Мы с вами активировали коробку. Теперь мы можем с вами вернуться назад. В любой удобный нам момент. Ага. Понял. Так, это что такое? Это машина, которая пыхтит и грохочет. Называется Дупликатрон 3000. Ага, так, понял. Раз, два, тихо, спокойно. Так, надо уничтожить эту машину, да? Входим. Все. Так просто, так изи вообще, да? Все, открываем ворота, идем дальше. Так, а вот здесь, смотрите, здесь уже у нас еще одна золотая лопатка. Так, нажмите F, чтобы отправиться в пещеру Медуз. Ну погнали, давай.
Губка-боб, ого, морской супермен! У меня есть все комиксы с вами, и фигурки, и карточки! Эй, чего? Ай, это ты, малыш Губка? Эх, это я должен был тебе передать, что Патрика окружили роботы, и ему нужна помощь? Нет, не думаю. Кажется, это было как-то связано с массажем моих ступней. Что ж, если массаж ступней поможет спасти Патрика, значит, я берусь за массаж. На помощь! Они заставляют меня себя избивать! Похоже, массаж ступней не работает. Попробуй более прямолинейный подход. Пострижешь мне мои ногти на ногах? Держись, Патрик, я иду! Это склон. Губка Боб, Патрик или Сэнди прыгают на склон, они скользят вниз гидродинамической скоростью. А. Погнали! Погнали, давай! Ой, вот это другое! Оп! Ой, хорошо как! Ой, прекрасно! Отлично! И бомбочкой! Так, ну здравствуйте! Так, вот это мы с вами сейчас вот это собираем, отлично! Так, открыли еще одну коробку. О, мы можем обратно вернуться еще раз прокатиться, если нужно будет. Так, отлично! Вам нужно добраться до Патрика, чтобы помочь ему, но он недосягаем. Может, эти приключатели откроют нам путь. Роботы хорошо их охраняют, вы должны пробиваться вперед. Ну я в принципе понял, погнали, в принципе все как всегда, сейчас мы спасем Патрика. Кому как не спасать Боба, кому как не мне спасать этот мир. Кому как не нас спасать Бикини Баттом, ага. Свидание. Так, да. Отлично, вот это мы с вами тоже активировать должны. Так, спускаемся вниз. Так, ну здорово, салаги, подходи, давай! Один, ой, да, давай, слева, справа, на, вот так вот тебе. Так, а что за... Тихо, тихо. Так, надо уничтожить ту машину. Надо уничтожить машину. Ходи, ходи, чё? Отлично. Вот так вот, о, вот это другое дело. Так, труселя надо подобрать, мы свои одни пару потеряли. Так, я здесь перепрыгну, надеюсь, да? Так, иди отсюда, и ты тоже. Так, кто еще? А, вот еще одну машину вижу. Ща все сделаем, погоди, Патрик. Ща, Патрик, мы придем за тобой, братан. Так, минус еще одна машина, и это мы тоже активируем. Все! Найс! Мы спасли Патрика! Ура! Так, труселя мы с вами подобрать не можем, потому что у нас фул труселя сейчас пока что в запасе. Так, Патрик, братан, ты как? Кент, здорово, братишка. Ох, слава богу, ты в безопасности, Патрик. Ну, разумеется, Губка Боб. А что могло случиться? Сам понимаешь, роботы и... А, кстати, а вот что для тебя нашел. Не знаю, что это, но выглядит важно. Спаси, Патрик, слушай, меня вся эта суета немного вымотала. Не хочешь меня ненадолго подменить? О, мы за Патрика играть будем! О, божечки, 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 божечки! Ай, Патрик! Обожаю Патрика, блин, вот это вот прям балдежный персонаж. Так! Труселя у нас все. Так, это что у нас такое? Это метательный фрукт. Во! О, арбуз-то еще и не ломается, смотри. Патрик также может подбирать и бросать идол, но только тех, на которых не стоят другие тики. Понял? Сейчас я... Иди отсюда, я тебя пузом сейчас вот так вот ударю. Так, погоди, сейчас я возьму арбузик. Так, а это что такое? Это автобусная остановка. Вы можете переключаться между Губка Бобом и Патриком на автобусных остановках. Все, понял. Но я пока хочу поиграть за Патрика. Так, а здесь что надо? Патрик может забрасывать фрукт на ступеньки, затем забираться на них и поднять. Вот так вот. Ой, арбуз сразу вырастает. Это прям прекрасно. Это прям хорошо. И вот туда. Отлично. Так, вот тут мы с вами тоже подберем, не подбирали. И вот тут мы тоже подберем с вами. Слушайте, мы почти собрали уже 2000. Отлично, прикольно. Так, подбираем арбуз. Блин, случайно его сломал, ну как же... О! Так, и что мы здесь должны... ну, мне надо бросить его сюда. Потом, наверное, бросить его сюда. Так, и... Тихо-тихо. И бросаем его... Найс, успели! Хорошо. Так, теперь, значит, смотри... О, сейчас прикольно будет. Бросаем и полетели! Так, контрольная точка, отлично. Отлично, отлично, отлично. Так, а что у нас... Это, надо прочитаем. Это грозовой идол. Когда Патрик до него дотрагивается, начинается гроза. А через несколько секунд бум. Не стойте рядом. А когда он взрывается... Ой. Наверное, не стоит, да? Наверное, не стоит, да, к нему подходить? О! В смысле? Так я же далеко был! Так, и чё, и как здесь? Вот, смотри, деп кидает. Так, ладно, давайте попробуем. Вот так. Ой! А нафига я... Ой. Я не думал, что я туда пойду. Но, в любом случае, ладно. Да, блин, да ты прикалываешься, что ли, Патрик? Ну, ё-моё. Давай, братан, не подводи.
Скала говорит со мной, о, могучая скала, повелевай мной. Да, здесь я внизу, здоровенный розовый болван. О, привет, мистер Планктон. Вы меня сегодня не собирались случайно испарить? Такая соблазнительная мысль. К несчастью, я оказался в неудобном положении и вынужден тебе помогать. Я вчера тоже был в неудобном положении, и теперь у меня шея болит. Услышь меня, мой огромный будущий прислужник! Отправляйся в пещеру Медуза. Следующие инструкции на знаках, которые... Короче, я понял. А потом ты меня испаришь, может, я пощажу тебя и заставлю работать на своей подогонке, где ты будешь жить. Короче, все понятно, пропускаем, это все ясно, понятно. Так, чё, где, кого, чё, куда? О! Так, ну погнали в пещеру. Так, ох, жуткая темная пещера. Да, согласен, Патрик, с тобой полностью согласен. Не прикольно здесь, не прикольно. Сейчас я только подберу вот это. Отлично. И вот это тоже подберу. Так, и что у нас здесь? Пошел отсюда. Отлично. Так, подбираем. И кидаем. Так, здесь у нас что-то есть? Не. А, еще раз попасть надо. О, открыли. Ой, слушайте, а тут и иглы уже пошли. Не, они еще и по таймингу открываются. Погнали. Погнали. О, все, теперь можно пройти. Так. Отлично. И вот это мы тоже сломаем с вами. Хорошечно. Так, это мы все собираем. Отлично. Так, а это для чего? Ну давай сразу туда его докинем тогда, да? Так. Нет! Да блин! Ладно, не сегодня, значит. Контрольная точка! Так, бежим, 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 бежим. Ай! О! О! Таймерки какие словил! Нормас. Все, проходим дальше. Ой! Так, надо кинуть вот в него. Блин! Так, надо подобрать. И кидаем. И взрыв. Идем! Идем, проходим, проходим, проходим. Так, что тут? Да блин. Вот оно как работает, я понял. Так, это слизь, да, бомба, в нее нельзя наступать. Так, ладно. Так, арбуз. Еще один арбуз. Да сколько есть арбузов в пещере? Почему арбузы растут в пещере? А тут что? Где? Патрик также может запрыгать на метатель. Я понял. Так, сейчас вот это мы быренько сломаем. Так, давай сюда, где арбузик? Сейчас мы... Вот тебя вот туда несем, значит. Потом вот сюда прыгаем. Так, где что? Почему? А, типа арбуз на арбуз надо кинуть? Серьезно? Типа это... Ой, фига тут схемы какие, посмотрите, а махинация, елки-палки. Опа, ты хорош. Так, и снова по два арбуза, да, кидаем вот туда, наверное, и вот туда. Отлично, замечательно, прекрасно. О, залезли, и все, и контрольный чек прошли, чек-пук. О, все. Трусишки, труси, не подобрали. Я. Спокуха. Ой. Нет, 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 нет. Ну, здравствуйте. Ты чё? Так, а ты кто такой? Ты мирный, ты наш или нет? Не, ну вроде наш. О, как раз. Ну-ка, и что это делает? И для чего это? А, стой, а если это надо в воду кидать? Вот, как раз, смотрите. Да, 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 да. Капец, я гений просто. Носок, сюда иди. Разворачиваемся быстрее, 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 быстрее. Уходим, уходим, уходим. Все, найс. Так, и чё, куда идем дальше, собственно? Вперед, наверное, да? На, пузом, и на, обоим. Слушайте, ну Патрик, конечно, мощь. Реально мощь. На, и ты иди отсюда. Ой, там вот, там типа посерьезнее. Сейчас мы... На. Ух ты, сбил, ударит меня. Тихо. Сломать! Да еще один тут заспавнился, да? Так, отлично. Так, что тут написано? Патрик может даже подбирать роботов, которых он оглушил, и бросать вы. А, ну я понял. Только у меня что-то. Тихо. Только я что-то их сразу ломаю как-то, не? А подожди, как их подобрать? А как их подобрать? О! Дай, блин! Я понял, как подобрать. Вот так вот. Подбираем. Да! Ты зачем это сделал? Так, ладно, ждем. У меня хп, правда, заканчивается. Ой, нет! Он меня убил! Все, подбираем. И кидаем его. Лично. Так, и что, мы допрыгнем здесь, да?
А, хорошо. Ой, и золотая лопатка у нас! Ну не зря заново прошел, это, конечно, не зря, ребят. Но, сами понимаете, золотая лопатка нужна. Как никогда. На, пузом тебе тоже. Так, ну все, мы переходим с вами в следующую локацию, как я понимаю, да? Озера Медуз. Привет тебе, Сквиттер говорит, ты ищешь короля Медуз. Yes. Патрик, да? Славно, этот монстр всех посетителей моих форм опережает. Говорят, его можно найти на вершине старой горы Спор. Окей, мистер Кратс. Оу! А вот это уже, слушайте, пацан, посерьезнее. Так, ну ладно. Тихо. На! Сколько раз его... Слушайте, а вот это уже посерьезнее дело так-то. Вот это прям, ну, нормально так, слушайте. Короче, друзья, я на самом деле предлагаю закончить на этом моменте. Если вам понравилась эта игра, то пишите об этом в комментариях и ставьте, конечно же, лайк. И тогда я ее даже, возможно, попробую пройти до конца. Вот, ну или как-то в супер ускоренном режиме. Вот, поэтому все зависит лишь только от вас. Пишите про это в комментариях. А это сегодня все. С вами сегодня был, как всегда, Кофе. Не забывайте подписываться на канал. Всем до скорой встречи, друзья, и всем пока-пока.